Всем привет, ребят! Ну что, мы опять же на том же аккаунте, и у нас еще миссия невыполнима, есть самоцветы, а героев всех-то нет. Я решил немножко еще потрешивать, нам не хватает стрелка, вот это самое стрелок, Космо и Махатма. Мы сейчас немножко потрешуем, еще дальше пораставляем талантики на героя, в общем... Интересный будет видосик, я надеюсь. Поехали. Коллекционера у нас нет сегодня. Решил я ролить сразу же. Посмотреть, какой шанс без Коли. Без Коли реально студенные хорошо падают. Блин, вот не хватает. Асурик, отлично. Ара. Рино. Ну, я вам скажу, неплохо падает студеный эсочка. Паладин, вот это самое, знаете, самое, что не есть имба, это пал. Купидон, профессор Риббит. Блин, да дайте Космо уже. Надо сюда еще Космо. Жесть. А падает относительно, я скажу, неплохо. Правда, относительно чему непонятно. Князь Тыква. Варжей. Лад Дракула. Бог Рома. Душек. Арташка. Ронин. Вот оно, ребятушки. Просто изи, да? Просто изи, правда, землеройка. Где-то землеройка. Это землеройка. Просто космос. Землеройка у него, по-моему, уже есть. Да, мы уже ему выбили землеройку. Печально, 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 но еще хотя бы одна будет, не знаю, там он вряд ли докачал на максимум, тут есть кого качать. Седнушка, Медузка, Имка, Ара, Рино, знаете, такое ощущение, что повторно пошли по второму кругу герои падать. Так, давайте до следующей легенды и все, друид. Ну его нафиг. Поехали, таланты лучше расставлять, потому что с талантами тут реально все очень-очень плачевно. Так, поехали. Просто обалдеть. Сразу же падает нам ПДшка. ПДшка, конечно, классный талантик. На Космо тут нет, но зато надо посмотреть тогда. Вариант есть Афинка. У него рогатка уже с ПДшкой даже. Тоже, в принципе, как вариант, неплохо. Так, тут у нас раскол. Ну, раскол это такое. Я думаю, что лучше такой вариант. Это будет поинтереснее, тем более. Ремка у него восьмая уже есть. И не одна, а целых шесть. Поэтому это вообще будет отличный вариант. Нам бы сюда еще. Ремочек. Так, ожог. Ищем Ронина. Смотрим на Ронина. Ронин, по-моему. Ронин уже с ожогом. А, у него малышник есть. Уху-ху-ху-ху. Мы туда просвет качнули. Посмотрел я. Так, гнев. Можно пока временно на шапку ради силушки. Эх. Блин, вот куча талантов. И что-то как-то... Так, разбросик есть. Ну, зачем тут ложный? Лучше уже разброс поставить. Она же ватная. Это подружка.
Так, Берсик. Милость. Так, это хорошо. Лукич Баст, Фрейка вторая, Сура. На Сурика ставим. Ракушка. Разбросик. Ну, хоть пятерки позакрываем. Разброс, конечно, классная тема. Так. Это можно сюда поставить. О, есть. Так, ремочка. Варианты. Дерево. Ну, знаете, на кого ремка? Ремка больше всего на сегодня нужна на Атланта. Есть. Так, отлично. Если на Атланте есть Купидон, может с четверкой посидеть, значит идет на три антика. Следующая наша ремочка, потому что. А, так, просветик еще один. Смотрим героев, которые у него. Так, тут просвет одного есть, у второго просвет есть. Малышу Нику уже воткнули. Инди лево. Налево поставим замедление там. В принципе. О, баст. О, Майк. Баст. Сюда. Отлично просто. Просто топчик. Как радует, когда ремки на русском сервере падают. Блин, я бы поставил, наверное, ему как вариант. Но и лазу ли надо? Вытекание это нафиг тут не надо сейчас. Так, каменка. У каменка, я вам скажу, это, знаете, печаль. Так, тут у нас корка на Дрейка, надо что-то привинтить. Это, в принципе, эх, ракушка тоже не то. Так, у нас там еще акция на трату есть. Так, замедление нафиг не надо. Вот на Дрейка, кстати. Там его Дрейк был. Ой, ПБшка. О, это тут есть на кого ставить еще ПБшка. СУ. Неподобство. Так, это для книжечек ему надо будет. Кстати, у него землеройка теперь. Может же второй талант иметь. Пусть книги заберет. Так, гнев ни о чем. Баст, отлично. Вот баст я бы, наверное, поставил бы Анубису. Ну, хотя, в принципе, БВшка, он не особо будет. Блин, нам бы исцеление. Так, бас сюда. Так, стойкость. Блин, конечно, у меня тут шестерки такие вкачаны. Классно, когда у тебя хотя бы есть чего выбрать. Так, каменка. Вот там четверки.
О, еще одна поддержка. Еще одна поддержка. Давайте сюда ее поставим. Каменка тут нафиг не нужна, а вот отражалки зачастую мешают, и с поддержкой очень-очень неплохая смесь получается. Так, берс фигня. Нам бы исцеление, либо воодушку хотя бы для тыковки. Было бы тоже неплохо. Да, конечно, у него тут грубая сила. Куча героев. Давайте на Дрейка поставим. Это будет лучше, чем то, что на нем сейчас есть. Блин, сколько ракух падает. Ой, отлично. Так, ремочка. Давайте на медузку пятую сделаем для PvP локации. Так, это на архидемона. Блин, у него нету до сих пор стрелка, печаль. А может так и надо. Так, это мы поставим сюда. Блин, капец с ракухами. Живо, отлично. Просто отлично. Вот кому, блин, лазули нету скина. Седнушка, что у нас говорит? Все печально. Можно было бы и на дерево. Ну, в принципе, руны поставит. Кстати, как вариант ПБшки на ПВП локации очень даже неплохо будет. Так, берс нет. Давайте попробуем исцеление вытащить. Каменка. Каменка нафиг надо. Железная воля, отлично. Такс. Такс. Рекс фекс пекс. Кому железку эту лепить? Как вариант налево пока. Так, утекание. Махатмы у нас нет. Череп у нас. Чем там у нас череп? С коркой. От корки толку нет. Лучше пусть будет с утеканием. Толку больше будет. Так, бег. Разброс. Просвет. Отлично. Сколько просветов мы получили? Так, надо искать каких-то мелких. Ставить им просветы для прокачки. Может, она душка. Так, ну ладно, давайте до одного топового таланта. Нам бы, конечно, пакт вытащить на Минотавра. Или ремочку оставить еще одну. Было бы вообще отлично. Значит, что мы... Хотя, в принципе, другим героям, которым мы поставили ремки, ему в любом случае нужны будут. Такс, ну давай. Рандомчик. Еще один просвет. Да капец. Гнев. Стойкость. Блин, огненка тоже классная тема. Ладно, оставим. Так, пусть будет так, он дальше уже определится. Вот такой вот трешачок, ребятушки. Лайки, репостики, не забывайте про конкурсы. Всем удачи, всем пока.